Очистные Улан-Удэ объединят в единую систему. Об этом говорили во время осмотра первого пускового комплекса правобережных очистных. Первый пусковой комплекс недавно достроили. Москва дала Бурятии на это 337 миллионов. В этом году федеральный центр дает еще полмиллиарда. На эти деньги начали реконструкцию второго и третьего этапов строительства очистных. Установят там в том числе и фильтры, которые избавят горожан от неприятного запаха и позволят тщательнее проводить очистку. Но на сегодня у нас город Улан-Удэ – это самый загрязняющий источник для озера Байкал. Наши очистные физически и морально изношены, не соответствуют всем современным требованиям. Я особо акцентировал внимание на том, чтобы в этом году выделен лимит, а это еще плюсом 500 миллионов рублей, были освоены полностью и вовремя. Потому что там, говоря, второй раз, когда мы придем в правительство Российской Федерации с тем, что мы вот опять что-то не смогли, это будет, конечно, несерьезно. Если вы сейчас пойдете, мы все вместе увидим, что справа разбирается здание. На месте этого здания, оно мешает сегодня строительным и монтажным работам, будет построен бассейн на 65 тысяч кубов. Это второй пусковой комплекс. Третий пусковой комплекс будет плюс 65 тысяч кубов. Чиновник мэрии сообщил также, что на очереди левобережные очистные, которые сейчас фильтруют стоки жителей Бурвода. Есть идея объединить два берега в единую сеть. В ближайшее время закажут технико-экономическое обоснование такой инициативы.